Заседание межведомственной рабочей группы прошло в Министерстве экономического развития. На нем обсудили совершенствование службы одного окна, возможность увеличения сроков аренды государственных и муниципальных объектов недвижимости и снижение платы за них. Сократить временные затраты на получение разрешения на предпринимательскую деятельность – цель службы одного окна. Но процедура еще не совершена. На данный момент нужно пройти ряд инстанций, чтобы получить разрешение на работу. Во многих районах республики волокита с документами отбивает желание заниматься своим делом, отмечает министерство. Любые бюрократические процедуры – это, ну, прежде всего, порядок, но любая бюрократия, она должна быть обоснована. Обоснована как с точки зрения необходимости получения того или иного документа, так и с точки зрения какого-то контроля предпринимателей. Но опять же, это должен быть минимальный перечень требований, которые должен соблюдать предприниматель. Он должен быть доступен и должен быть одинаков во всех городах и районах республики. В ходе заседания обсудили снижение стоимости и увеличение сроков аренды муниципального и государственного имущества. Это позволит арендаторам чувствовать себя увереннее, считает Минэкономразвития. Государственное муниципальное имущество возможно сдавать в аренду до 5 лет, что очень удобно для предпринимателей. То есть это возможность заключения долгосрочных отношений с другими организациями, планирование своего финансово-хозяйственного деятельности на долгий срок. 11-месячные не позволяли этого делать. Также в министерстве предлагают рассмотреть возможность регулирования цен на сдачу в аренду негосударственной недвижимости. Работа межведомственной рабочей группы направлена на детальную проработку предложений, поступающих от предпринимателей и органов власти Приднестровья. Ольга Голованова, Андрей Макаренко, Первый Приднестровский телеканал.